Развитие олимпийских видов спорта на сегодня – приоритетное направление в Ульяновской области, заявил Сергей Морозов на встрече с экспертным спортивным сообществом. Глава региона выдвинул предложение реформировать систему работы Олимпийского совета и обратить внимание на опыт других регионов. Страна уже продвинулась далеко-далеко вперед, а мы все продолжаем оставаться вон там, на обочине жизни. Отсюда у нас и такие результаты, если у нас нет собственной стратегии. Если у нас нет своей собственной программы действий, если у нас нет своей тактики, а что тогда у нас есть? В ходе совещания было принято решение приступить к созданию стратегии развития отрасли и программы ее работы на ближайшие годы. После совещания губернатор встретился с ульяновскими спортсменами. Он отметил их вклад в развитие ульяновского спорта и вручил им ценные подарки. Павел Макаров, Юрий Конихин, Алексей Иванов. Новости Ульяновской правды.